Начинаем второе отделение концерта. На сцене Русский народный оркестр «Москва» Московского государственного института музыки имени Шнитке. Художественный руководитель и дирижер, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, профессор Николай Алданов. Дербенко, русский вальс, исполняет оркестр. Аваза на стихи Тургенева «Утро туманное». На сцене солист Большого театра, народный артист России Владимир Макоев.
Горит, горит, моя звезда.
Улица, улица, ты прав.
Южин Концертина. Исполняет Русский народный оркестр Москва Московского государственного института музыки имени Шлинки. Thank you.
народный артист России Владимир Моторин и участница молодежной программы благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси, оперная певица Анастасия Матвеева. Встречайте, на сцене участница молодежной программы благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси Ирина Шабалова. Thank you.
Владимир Моторин и Анастасия Матвеева. Борисов на стихи Дедерикса «Звезды на небе».
Козак локо, вы тяжкие муравьи, ты змей.
лицо видевшим, виной не быть.